Завтра день усіх закаханых. Самое романтичное свято – лепший час для признания у щирых почуттях. Ну и выбрать символичное место для пропанов руки и сердца можно у Витебску. А так само принять удел у романтичной селфи-лотереи. С подробязностями наш корреспондент Артур Смоляков. Калісьці по гэтых вуліцах гулялі Ясенін і Дункан, а ў небе луналі шагалаўскія закаханыя. Вялікія мастакі стваралі тут знакамітыя палотны, а паэты чэрпалі натхнення. Гледзячы на стары горад з вышыні птушынага палёту, прызнаныя майстры называлі Віцебск маленькім Парыжам. З майстрамі не паспрачаешся. Падняцца на вежу гарадской ратушы ў дзень святога Валянціна – рамантычны момант для любой пары. А працягні святочную рамантыку прагулка па месцах сустрэч Марка Шагалы и Беллы Розенфельд. 14 лютого стать Беллой зможе кожная. Незвычайный квест по местах спотканья у знакомитой пары организуя краязнаучи музей. Удельники экскурсии отрымают маршрутную карту с заданиями. Самых кемливых чакая романтичная вечера. Человек, который покупает вот такую маршрутную карту, он путешествует, совершает логически выстроенное путешествие по городу, ищет места, объекты, достопримечательности, которые здесь указываются, должен найти эти места и сфотографироваться в этом месте, то есть сделать фотоотчет, чтобы потом нам представить для проверки. Селфи со святочного квеста для закаханных станут лотерейными квитками, а призы яны разыграют у ратуши. Городская ратуша не один и пристанок паўночных романтиков. Побач Пушкинский мост праз Відьбу. Менавіта тут молодые клянутся один одному у вечном каханні. Потым вешают на парэнчы замок з імёнамі, а ключ топяць у раце. Праз мост нявесту нясуць на руках. Калі не ступіце кроку, за мужам будзе як за каменнай сцяной. Да шуму і мітусні маладых гараджане прывыклі. За каханым у Віцебску дазволена многае. Вось і знак на пешаходцы ў цэнтры горада папярэджваем толькі для картэжу з маладымі. Каля былваканкамаў іх самае папулярнае месца для фотаздымкаў. 60 гадоў таму аб фотасесіі сям'я Янушкоўскіх і не марыла. Затое сёлета падчас брыльянтавага вяселля у Эдуарда і Тамары ўсё былося. Сакрэт іх кахання просты. Любіць і уважаць друг друга. Прощаць ошибкі, которые былі у меня, у неё друг друга. І поэтому получается такая взаимность, что мы прожили, протопали 60 лет вместе. Поцалунки, клятвы верности и романтичная музыка. Свой подарунок глядачам у день святого Валентина подрыхтовала и Витебская областная филармония. Мясцовые солисты уже готовы спевать про каханье. На День всех влюбленных всегда стараемся какой-то сюрприз преподнести, какой-то подарок. И именно в этот день хочется концерт сделать максимально теплым. Ведь любовь, она во всем, она растворена во всем мире. Со всех сторон, со всех ракурсов стараемся это все рассмотреть и говорим о том, что любовь – это здорово. Валянцінкі – звычайны падарунак, вячэра пры свечках, романтычнае завяршэнне дня. 14 лютага даўно ўкаранілася ў свядомасці як дзень закаханых. І няхай пра подзвіг святога Валянціна сёння мала хто ўспамінае, гістарычная падаплёка не гэтак важная, калі свята дорыць любоў і цяпло. Артур Смалякоў, Дмітрый Котаў, Тэлерадыёкампанія «Віцебск».